Включил? Да. Запись пошла? Смотри, отпускает. Увидел, наверное. Пошли. Дал ему уже документ. Здрасте. Добрый день. Гости к вам. Слава Богу. Все нормально у вас? Да, все хорошо. Спасибо. Хорошо. Слава удачной Богу. Работы. Быстренько. Опа, красавчик. Заряжай. Интересно, закусила? Наживочка, Филипп, он на меня смотрит. Можно даже не выходить. Да. Включил? Да. Отлично. Выходим? Да. Подождем, пока проедет машина. Машина без люстры. Добрый день. Добрый. Помощь нужна? Нет, не нужна. Здравствуйте. Помощь нужна вам? Нет. Юридически бесплатно. Вас остановили правомерно? Да, да. А за что? Нарушение. А что? Нарушение. Превышение? А что нарушил? Человек знает, что он нарушил. Да. А что у вас? А документы сами? Место, без отознавательных, да? Без свечек. На такое транспортное средство мы даже не останавливаемся. А? Министр сказал, что если нет опознавательных знаков, водитель может, дабы в качестве своей безопасности, казачков было. Но я-то знаю, что вы не казачок. Ну, я уже сталкивался с вами, мы уже разговаривали. Вы настоящий. Значит так. Профилактическая беседа? Отлично. Вообще бомба. Это я просто извиняюсь, что на расстоянии я приболел, честно. А, ничего страшного. Не нарушайте. Пешеходный переход, пешеходы. Да, бывают всякие, поверьте, и трезвые, и нетрезвые. Ваша же безопасность. Соблюдайте скоростной режим. Правильно. Да не снимайте ничего, нет такого вам да интересного. Да не, а что без этого самое? Виталь, можно? Да, без да. Нету, вы не выдали? А машина розыск отдела, я сам. Я знаю, ему когда я за ней, даже не положено. Ну, это служебный транспортный засек. Я на нем выехал до месяца населения службы. Ага. Встал, вот это пишет нарядом, носу тут. А, именно все, половинка, все, согласно расстановке. То есть автомобиля не останавливаю. Да. Нет, я знаю, что это нормально. Визир, да? Можете посмотреть. Нет, я знаю, правильно. Остановили, часто, часто злоупотребляют. А. Кто не согласен, показываем. Протокол если можно выписать? Вид, можно. Если реально если грубое нарушение скорость. Правил дорожного движения, да. Едет человек один, то есть не то, что там в толпе там и начинаем. Ну да, да, если знаешь, спорный вопрос, то даже не обсуждается. Да. Спорный вопрос, предупреждение, человек поехал. Все равно обычно люди знают, кто нарушает. Ну да. Если едет сам, вот пустая трасса. Чистое нарушение, показываем, согласен, едет, не согласен. Ага, ну, это моя чистая позиция. Спасибо. Чтобы люди понимали немножко. Спасибо. Все. Счастливо вам. А справа нарушил сильно, да, наверное? 90. 160? Да нет. Все нормально. До свидания. Счастливо.